повестке 75-й открытой сессии Совета муниципального образования один главный вопрос. Отчет Сергея Сергеева, главы курорта. Свой доклад он начал с основных демографических показателей, которые, как зеркало, отражают благополучие населения. Рождаемость в прошлом году на курорте повысилась. Затем в цифрах и фактах глава курорта рассказал о проделанной работе. В минувшем году все основные отрасли экономики города, кроме сельского хозяйства, показали положительную динамику развития. Итоги года оцениваются в 10,5% роста промышленного производства и 6,6% прироста в сфере санаторно-курортного комплекса. Высокие результаты демонстрируют отрасль строительства, на которую приходится четверть всего объема производства. Курорт стал более привлекателен для инвестиций. Это более 4 миллиардов рублей. В прошлом году Анапа принимала участие в 15 краевых целевых программах. На 600 миллионов возросли доходы бюджета. В части расходов приоритет по-прежнему в социальной сфере. Анапа в тройке лидеров по темпам роста в строительстве. Заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Саурин оценил работу главы курорта Сергеева положительно. Тестируем каждую территорию достаточно подробно. Часть показателей действительно ниже среднекраевых, на них надо сконцентрироваться. Но в целом мы оцениваем работу удовлетворительно, считаем, что она идет поступательно. На сессии наградили ветеранов юбилейными медалями к 70-летию Великой Победы. Депутаты муниципального образования положительно оценили деятельность главы и администрации курорта. Работы предстоит еще много. В своем отчете Сергей Сергеев наметил планы на перспективу по каждой отрасли. Анапчане довольны работой своего главы. Заботиться о нас, о ветеранах особенно, значит, всегда, значит, это самое... С почетом. Очень много примеров по каждой позиции, сколько вложено, что сделано и что будет сделано. Это, конечно, радует, потому что действительно курорт развивающийся, и на это всегда обращаем внимание. Не общие слова, а именно конкретные дела.